Учредителями Курского отделения Российского исторического общества стали 6 организаций. На первой встрече сформулировали основные направления. В их числе работа со школьниками и студентами, музеями и краеведами. Организация лекций, курсов, увековечивание подвигов участников СВО. В стране открыто уже больше 60 отделений, в том числе в новых регионах. Мы очень рады тому, что Курская область, наши коллеги из Курского государственного университета, краеведы, историки из Курской области присоединяются вот к нашей большой дружной семье, к тому историческому сообществу, которое уже на протяжении более 10 лет ведет широкую историческую работу по всей стране, занимается историческим просвещением, сохранением нашей общей исторической памяти. В Курской области продолжают работу по строительству историко-мемориального комплекса в Понарях. В этом году, 23 августа, откроют первую очередь. Полностью готовым масштабный проект примет курян и гостей региона 9 мая 2025. У нас этот год знаменательный, 80 лет победы в Курской битве. И, конечно же, для нас это очень важный момент. И мы все знаем, как сейчас историческая правда, историческое наследие пытаются изменить эту историю. И мы для себя понимаем, что сама роль создания отделения Российского исторического общества – это как раз объединить молодежь, общество, ученое сообщество для того, чтобы сохранить историческую память, историческое наследие.